В Мелитополе дело запрещенных российских телеканалов направлено в суд. Напомним, 25 марта окружным административным судом Киева принято решение о временном прекращении передачи в многокабельных сетях на территории Украины иностранных программ. Первый канал – всемирная сеть РТР «Планета», российский информационный канал «Россия-24», НТВ «Мир». Несмотря на постановление суда, один из мелитопольских предпринимателей продолжал ретранслировать в Мелитополе программы «Первый канал», «Всемирная сеть», «НТВ Мир», «РТР Планета». Это было установлено Мелитопольской межрайонной прокуратурой в ходе специальной проверки. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины «Умышленное невыполнение решения суда». Прокуратурой утвержден обвинительный акт и передан в Мелитопольский межрайонный суд.